эксцентриссимо. Граждане, дорога к миллионам всегда у нас с вами перед глазами. Нужно только ее разглядеть. В кустах, в серых сугробах, за развалившимся культурным наследием. Как это сделал житель Саранска, обладатель трехкомнатной квартиры около 100 квадратных метров. Он сдал свою недвижимость болельщикам из Перу. Они приедут на 10 дней летом на чемпионат мира и заплатят миллион. Сколько их заедет в его трешку – другой вопрос. Сколько хозяин потратит на ее восстановление? Восстановление тоже. А у фанатов из Перу, видимо, денег куры не клюют. Или им очень интересен Саранск с туристической точки зрения. Либо они уверены, что, ночуя в этом городе, смогут с легкостью перемещаться за своей командой по России, не их матушке. Иначе зачем им квартира на такой долгий срок? В столице Мордовии пройдет всего один матч с участием сборной Перу. Участники всех оставшихся трех уже тоже известны. И эта команда среди них не фигурирует. А вообще в Саранске ни одним миллионером станет больше, наверное, после футбольного чемпионата мира. Там самые высокие цены за жилье. Минимум 15 тысяч в сутки с человека. И все места на дату матча, например, Португалия-Иран, уже разобраны. Остается только приют в коробке под мостом. Иногда не деньги решают все. Эксцентриссимо.